Дорогие волокжане, от всей души поздравляю вас с Новым годом и желаю вам мира, добра и благополучия. С Новым годом! В еврейской традиции, заходя на новый виток временной, принято анализировать и исправлять свои ошибки. За время предыдущего года мы совершили какие-то дела, какие-то добрые дела, совершены какие-то, может быть, нехорошие дела. Все это нужно проанализировать и навести порядок в своей душе. Нужно обязательно помириться со своими близкими, со своими друзьями, со своими соседями. Нужно обязательно сказать им добрые слова и что-то, может быть, подарить. С Новым годом, дорогие друзья!